Всем привет! Сегодня у нас еще одна новинка от Иштехмаш. Вчера мы показывали мотоцикл Scout 5 полноприводный, который уже, собственно, вышел в серию, то есть началось его серийное производство. И вчера мы показывали первый образец, а первый товарный мотоцикл из первой партии. Ну и сегодня вот у нас еще одна новинка. Мы на самом деле на ней уже катались раньше, но тогда она была еще, наверное, не покрашена, и мы не делали видеообзор какой-то предварительный. То есть это уже тоже готовый мотоцикл на продажу. То есть если присмотреться к нему, то в принципе можно узнать мотоцикл Scout 3R 140. То есть такой же мотоцикл, как вот вчера был Scout 5 с двигателем, с таким же двигателем, да, надо сказать, с двигателем типа 140 кубических сантиметров горизонтального типа с полуавтоматической коробкой передач 4+1. Ну, двигатель от квадроцикла, проще говоря, он также имеет и заднюю передачу. Только этот мотоцикл Scout 3R 140 теперь, соответственно, на трех колесах. То есть это уже трицикл. Как мы уже говорили, трициклы, ну, несмотря, да, вот на то, что многим кажется эта схема несколько сомнительной, потому что, ну, большинство людей считает, что трициклы штука достаточно неустойчивая. То есть вот еще раз можно сказать, что когда мы начали продавать трициклы Тритон, которые сделаны на базе другого мотоцикла производства Иштехмаш, это Сафари, такие вот трехколесные небольшие мотоциклы, трициклы имеется в виду, то мы сами удивились, что есть на них достаточно неплохой спрос. И вот эти трициклы, которые сделаны на базе Safari, то есть называется это Тритон или Тритон 2, они пользуются хорошим спросом производства Иштехмаш. Ну, а сейчас вот появилась и более крупная версия. Это версия на базе мотоцикла Scout 3. У нас в канале вы можете увидеть, ну, немало, да, рекламных роликов про китайские трициклы. То есть вот что касается трициклов, то здесь дело во многом и в самом маркетинге, да, то есть, или даже по-другому надо сказать, в том, как вот рынок относится к тому или иному товару. То есть трициклы, например, в Китае, а также вот в тех странах, куда Китай экспортирует свои трициклы, очень популярны. То есть есть десятки различных фабрик в Китае, которые производят, ну, не меньше каждая 100 тысяч единиц трициклов в год. И вот можно увидеть, что в Китае эти трициклы есть на каждом шагу, самые различные конструкции, грузовые, там с кабиной, без кабины и много всяких разных других исполнений. Соответственно, в России пока вот трициклы, ну, не популярны, да, то есть к этой схеме, в принципе, есть некоторое недоверие. На этом трицикле мы еще раз покатались, но катались на самом деле и раньше, то есть его еще разве что мы не брали вот на полевые испытания, хотя вот сам производитель уже, конечно, проводил эти полевые испытания, то есть по грунтовкам. Мы еще на нем по грунтовкам не катались, но даже когда был уже образец, мы в принципе его уже тестировали. Едет этот трицикл очень приятно, то есть вот здесь, например, оно на видео это не видно, здесь тоже бетонка, бетонные плиты уложены очень давно, то есть между ними есть стыки, они бетонные плиты выложены не в уровень, то есть они уже такие как бы изрядно поезженные, скажем так. И вот по такой дороге этот трицикл идет очень мягко, то есть здесь вот эти неровности дороги не чувствуются, то есть отрабатывает подвеска очень хорошо, может быть, благодаря тому, что давление как-то в шинах здесь выбрали, да, поменьше, но едет трицикл очень мягко. Что касается устойчивости, то в поворотах, как ни странно, трицикл очень устойчив. То есть даже, ну, на скорости побольше он поворачивает, и каких-то проблем, да, там, с устойчивостью при этом не возникает. Если вспомнить еще раз, да, почему вот с разными людьми, которые покупали трициклы, типа Тритон или сейчас покупают, если мы, спрашиваем у них, да, почему они хотят именно трицикл, то, ну, чаще всего отвечают на этот вопрос так. То есть первая причина – это то, что к схеме двухколесной есть принципиальное недоверие, да, то есть есть люди, которые, ну, принципиально не хотят ездить на мотоциклах или мопедах, то есть на какой-то двухколесной схеме, то есть просто, ну, есть боязнь, да, вот такого вида транспорта, и тогда, соответственно, они присматриваются либо к квадроциклу, либо к трициклу. И когда вот в магазине, например, есть возможность посидеть и немножко прокатиться на трицикле и квадроцикле, то часто люди выбирают именно трицикл, то есть он более компактный. Это если перейти ко второй причине, почему
почему покупают трициклы, например, типа Тритон, это то, что он более компактный, но он как бы более эргономичный, то есть на него проще сесть, с него там проще слезть. Ну и есть ряд других плюсов, то есть это какой-то более простой транспорт по сравнению, например, с квадроциклом. Также стоит сказать и о цене, это, пожалуй, третья причина, то есть вот трициклы типа Тритон или Тритон 2 стоят на уровне, ну, наверное, 100-110 тысяч на сегодня. Ну, квадроциклы, вот близкие по эргономике, например, да, к Тритонам, это уже квадроциклы уровня повыше, типа квадроциклов с двигателем 200 кубических сантиметров с вариатором. И такие квадроциклы стоят уже на сегодня около 150 тысяч. Если вкратце пробежаться по техническим характеристикам этого мотоцикла, то, в принципе, многие, кто вот уже видел мотоциклы Scout или смотрит видео на нашем канале, все эти характеристики уже, наверное, сразу увидят. То есть резина здесь стандартная для скаутов 3 и скаутов 2. То есть это резина Ванда 23/7/10. Здесь также мы видим, ну, тот же самый двигатель, который установлен в скауте 3R140. Это двигатель от квадроцикла Kayo Bull 2B или Kayo Bull 150. Этот двигатель имеет задний ход. У него, как мы видим, есть радиатор масляного охлаждения, полуавтоматическая коробка, сцепление выжимать не надо, 3 передачи вперед и 1 назад. Если посмотреть с этой стороны, то видно вот педаль переключения передачи двигателя. То есть, нажимая на пятку этой педали, мы переключаем передачи от нейтраля вперед, 1, 2, 3. И, соответственно, если нажимаем от нейтраля на носок этой педали, то включается задний ход, реверс. Некоторым недостатком этого двигателя является, пожалуй, то, что у него нет там какого-то полстартера или кикстартера, да, то есть аварийного запуска. То есть у него есть только электростартер. Но это типично, в принципе, для вот квадроциклов с таким двигателем. Если посмотреть на руль, то есть вот на рукоятке руля выведены такие рычаги. Это рычаги управления гидравлическими тормозами. То есть, как вот вчера мы смотрели и на Scout 5. То есть здесь, поскольку коробка полуавтомат, сцепления, ручки сцепления нет на левой рукоятке. Рычага управления сцеплением нет на левой рукоятке руля. И, соответственно, оба этих рычага обозначают управление тормозами. Задний тормоз, вот как мы видим, расположен на задней оси. То есть типичная такая схема для заднеприводных, например, квадроциклов. Но, соответственно, есть и передний гидравлический дисковый тормоз. Если посмотреть на этот трицикл сзади, то, ну, первое, да, что можно здесь, значит, то обратить внимание, здесь такая сплошная неразрезная ось. Также мы видим, соответственно, достаточно мощный маятник и сделанный из трубы квадратного сечения. Ну и, соответственно, сразу же можно увидеть здесь, что есть шарик фаркопа, стандартный шарик фаркопа для того, чтобы можно было прицепить какой-то, ну, стандартный прицеп автомобильный или прицеп для квадроциклов. Если обратить внимание на багажник, то сейчас вот он сделан с таким как бы ограждением, да, но в последующем, скорее всего, производитель несколько изменит его конструкцию, то есть будет просто площадка, что позволяет установить кофры, ну, совершенно различного, да, размера, потому что есть кофры побольше, пошире, повыше, там самые различные кофры для квадроциклов есть в продаже, там из пластика, из ткани, то есть выбор сейчас очень большой. Для того, чтобы не ограничивать это пространство для установки кофра, вот этого как бы верхнего ограждения здесь не будет, то есть будет скорее такая ровная площадка. Но сейчас вот пока производится багажник в таком виде. Также, соответственно, можно увидеть и стандартный передний багажник, который, ну, типичен для ряда моделей мотоциклов Scout. Например, для Scout 2. То есть здесь, судя по всему, багажник вот такого типа. Задняя и передняя подвеска тоже здесь стандартное решение, которое используется в мотоциклах Scout. Передняя подвеска — это телескопическая вилка, типичная для серии Scout 3. И, соответственно, вот если посмотреть на задние амортизаторы, то мы тоже их уже видели. То есть это усиленная задняя амортизаторы типа мотоцикла Урал, которые, соответственно, ставятся на, например, на Safari 2, да, то есть на такие вот двухместные версии мотоциклов Scout Safari. Из светотехники здесь вот есть передняя светодиодная фара, типичная для скаутов 3. Также можно посмотреть, есть задний стоп-сигнал. Ну и вот еще мы видим здесь звуковой сигнал. Да? Здесь можно увидеть, что есть и подножки для пассажира. Но скорее, вот, как видно по месту, этот мотоцикл является полуторкой. Да, такой. То есть при желании можно посадить здесь второго человека. Ну и при условии, да, что первый человек, ну, таких достаточно небольших, да, или стандартных габаритов, скажем так. Высота по седлу у этого трицикла, ну, типичная для мотоциклов Scout. То есть высота по седлу здесь 800 миллиметров.
Цена этого мотоцикла пока неизвестна, но сегодня, вот, то есть это первый мотоцикл из производства, и, соответственно, сегодня эта цена появится. Если подвести какой-то итог вот этому обзору, то этот трицикл, вот если на нем покататься, он производит очень положительное впечатление. Что можно сказать, ну, далеко не о каждом, да, вот мотоцикле. Ну, еще раз, да, то есть можно сказать, что здесь достаточно мягкая подвеска, она отрабатывает очень хорошо вот по такой неровной дороге. Что касается устойчивости, то вот несмотря на то, что вроде трициклы считаются неустойчивыми в поворотах или вот при там рулении, на самом деле этот трицикл ведет себя очень устойчиво. Что касается, например, сравнения с китайскими квадроциклами, ну, тут надо сравнивать что-то близкое по цене, например, с самыми популярными квадроциклами на сегодня, типа 200 кубических сантиметров с вариаторной трансмиссией, то явно каждый из этих типов будет иметь свои плюсы и минусы, да, ну, точнее, даже не так, у них совершенно разное назначение, то есть они для несколько разных покупателей. И вот это сравнение, ну, появится у нас через некоторое время, то есть сегодня мы уже не будем тратить на это время, но если присмотреться, то у трицикла, а тем более, если на нем покататься, то очевидно, да, что у трицикла есть свои существенные плюсы по сравнению, например, с квадроциклами.